Приветствую всех, с вами Сенсей. Рубрика оптимизации игры. Плейлист софт и железо. Хочу вам показать игру. Она вышла 4 года назад. Ее просто обалденно прикрутили. И я могу поспорить, что она очень неплохо выглядит, даже по сравнению с Metro Exodus. Возможно, даже и в местах и лучше, чем Metro Exodus. Уж поверьте мне. Переделывать я не стал картинку, но вот решил назвать так. Чернобыль против Exodus. Чернобыль, Чернолайт, черт тебя знает. Давайте, значит, я перезаливаю этот ролик. Почему? Потому что получилось так, что она глючит. Надо было выйти из нее, сделать как положено. Давайте поглядим, что с собой представляет она. Но вначале, как обычно, значит, HDR. HDR меня не полная динамическая яркость, поэтому она немного не дотягивает до этой картинки. Как обычно, настройка видеокарты обязательно для всех. Здесь должно быть полное стоять. Обязательно. Это вообще не может быть исключением. Здесь вы можете настраивать как хотите, но хочу всех предупредить, что если вы здесь что-то не включили, в игре вы включите, не включите, работать не будет. Включай там, не включай. Поэтому настраивайте на свое усмотрение. Меня очень удивила эта игрушка своей графикой после 4 лет. У меня она есть. Сейчас я покажу, как, где искать, прикручивать графику и так далее. Ничего не пропускайте. Каждый раз. 5 плейлистов, избранные игры, софт и железо, новые технологии, космос, полезные и справедливые. В софт и железо есть вот такой ролик. Silent Hill. Alan Wake 2 в Silent Hill. Там настраивать решейдеры. Вы здесь можете все посмотреть. И научиться настраивать самим. Также здесь же есть оптимизация игры. Exodus. Вот я уже, наверное, ее пропустил. Metro Exodus. Тоже посмотрите, какая тут графика. Все я тут объясняю и показываю. Посмотрите на. А подзагрузки эти дрывки. Я думаю, что эта игра, которую сейчас я вам буду показывать, она нисколько не уступит. Поверьте мне. Давайте начнем. Сначала я сейчас запущу эту игру. Значит, просто. Бенчмарк запущу. Настройки вот такие. Все на ультра. Здесь я поставил 90. Сразу хочу предупредить, кто будет в нее играть, обязательно ставьте дальность прорисовки 90. Менее мощные карты еще меньше. Под любым моим видеороликом есть вкладка еще. Там мое железо. На тот момент, когда делался ролик. На этот момент 3080. Тресня вся отключена, вся динамическое разрешение стопроцентное. Ультра здесь стоит, все на ультра. Потянет ли она сейчас у меня или нет? Смотрите внимательно. Бенчмарк он жрет, конечно, как лошадь, но игра уже столько не жрет. Сейчас я вам все покажу. Я начал ковыряться в шейдерах, и они у меня сбили картинку. Вот вам, пожалуйста, моя карта 3080 не дотягивает до хорошей графики. Со всеми отражениями, лучами и так далее. Да, я ее немного прикрутил, картинку, но, извините меня, все равно. Ну, было бы сейчас 50 кадров. Меньше бы не падало, но все равно 50. Вид из глаз от 50 до 60 играть возможно. Рывки, я не знаю, с чем это связано, черт его знает. Оптимизацию обязательно нужно делать. В игре таких рывков нет. Я даже не знаю, почему они сейчас здесь пошли. До этого я делал, никаких рывков не было. Ну, вроде сейчас выровнялся. График уже прикручено. Сейчас я вам покажу, что и как я прикрутил, как выглядит игра. Потому что я сейчас сунусь, она может быть вообще уронить
А может, наоборот, прибавит. Вот так выглядит игра. Изумительно выглядит игра. Вы посмотрите, как все сделано. Да, конечно, я не согласен здесь с почвой. Почему? Потому что после уже нанитов или мишенов, конечно, уже земля выглядит не так, как хотелось бы. Но игрушка просто обалденная. Графика лучшее вообще творение. В этой игре мне много не нравится, особенно на левую кнопку удар оружием. Я не знаю, я привык стрелять левой кнопкой, если там кто-то появляется рядом, я не успеваю прицел делать. Ну и те, которые знают, что такой шутер, сразу поймут, что неудобство с этой кнопкой, а он оружием бьет. То есть вообще какая-то мерзость. Ее так и не поправили. Мне это такое не заходит, и прохождение я делать не буду. Прохождение будет, значит, ролик в конце, вы можете посмотреть на первую часть, которую я заливал в 21 году. Вот, посмотрите, конечно, нету вот 3D-картинки хорошей. Очень выглядит мерзопакостно. И теперь давайте попробуем войти в игру. Посмотреть, как в ней. 58, и то это недостаточно. Я сейчас перед вами запускал, было 6, а нет, вот 50. До этого я делал ролик, было 43. Обалденная графика, все лучи, все присутствует, тени и так далее, игра насыщена спецэффектами. Тут я вот не знаю, что. То ли с игрой связан, то ли глюки какие-то. Смотрите, вот видите. Просто выглядит превосходно, опять же. Что это за... Тут глючит, наверное. Генерации кадров у меня нету, но глюки похожи на генерацию кадров. На эту нерабочую игру. Так ты был в лаборатории? Ага. Недолго. Не видел что-нибудь любопытное? Локации очень маленькие. Вот эта игра была вообще превосходная. Здесь что-то вот не то. Вот не очень мне все нравится. Понимаете, вот мне. Ну, вот это вот постройки там надо что-то строить. Зачем сюда РПГ это насували? Зачем они пихают во все игры это РПГшки там какие-то постройки, какие-то столы надо строить или еще что-то? Просто выбесила меня эта трясня. Из-за этого мне и не понравилось. Отвратительно. Увидели, как он развернулся? Тоже, я электрика. Кто об этом сказать... должен думать? Я, что ли? Вызов? Нет. Простите. Ладно. Ну, анимация здесь на уровне, конечно, осталась. Detroit Exodus. Что-то я наотвечал. Бля, я первый раз и делал, у меня... Они хотели убить, а здесь... Игорь! Игорь, как меня? Сюда! Иду, иду, рыбанё. Это точно нужный вход? Я здесь работал. Ну вот такая картинка, да, мне кажется, конечно, тут выжили все, что могли из Unreal 4. Ну, конечно, очень бедно выглядит, очень бедно. Far 6, ну, Far Cry 6. Выглядит, конечно, на порядок повыше. Ну, не, нисколько не отстает от Эксодоса. Эксодос очень прекрасно тоже выглядит. Не знаю, какая из них игра лучше выглядит, это вам сравнивает. Посмотрите ту игру, посмотрите эту. Здесь, да, не привлекает, но вот там, где была сейчас зелень, там, где показывали нам всю красоту, там, извините, можно и побороться и с Метро Эксодос. Потому что великолепно сейчас будет. Вот о чем я вам хотел рассказать, показать и потрогать вам не дал. Трогать вы будете сами у себя. Всего доброго, берегите себя. До новых встреч.